деле все люди болеют, даже самые здоровые. Вот на примере даже ребенка нашему сейчас года 11 месяцев, он сейчас уже в песок ходит, скажем так, в песку играет. Поэтому аскаридами первые болеют, ну точнее, заражаются родители. И мы на своем примере видим, как, чтобы ребенка аскариды, потому что нас по тестированию там выявляют, потом мы выбираем, потом снова выявляют. Мы знаем, что у ребенка снова аскариды, ну или там острицы и так далее. Поэтому это, если есть маленькие детки, это особенно важно и актуально. Даже детей не нужно обследовать, себя лишь обследуем, потому что у нас есть все то, что есть в наших детей, особенно что касается герпетологии.